Нам нужно вообще под воду. Блин, сколько тут разветвлений теперь открылось. Ну, зато нашли хотя бы это разветвление. Так. Как вы сдохли-то? Мне бы тут не напороться. Тут даже на плита где-то, я уверен. Ну ладно. Смотрите, на вашу совесть. Новая руда, 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 новая руда. Это. Блин, мы не можем добыть ее этой киркой. Вот же незадача. Ну, пожалуйста. Ну, скотина. А я так надеялся. Давайте-ка на них гранату истратим за это. Вдруг все-таки взорвется. И такая музыка грустная пошла. Эх. Нужно вот сюда вот забраться как-нибудь, вот сюда. Кстати, тут еще что-то есть. Вот, так заберемся. И вот так вот пустим гранату. Ну и скотина. Значит, только динамит работает. Вроде бы даже граната не взрывает территорию. Может, я забыл, а может, все-таки взрывает, но эту не сможет. Опять ты? Вот ты наркоман, а наркоман. Левел ап произошел зато. Орк Спирман, Спирман, Спирман. Ну вот наркоманы. Так. Что нам дали? Плюс 3% к атаке, плюс 1% к критическому шансу. Маловато будет. Да уж, маловато. Ну ладно, ладно. Если бы мне еще энчант хорош попался. Я сейчас, конечно же, умру. Ты... Это паук? Нет, не надо. Я лучше буду копать лево. Я не хочу я к ним. Я боюсь паука, плавающего в море. Причем он отравленный. Я вообще сначала думал, что это краб какой-то. Краб. Блин, пауки даже здесь есть, они так жутко выглядят, как крабы. Какие-то такие слизистые крабы, слизистая оболочка на крабах. Давайте-ка подойдем к ним поближе. Там паук, надеюсь, не утонул. И хоп, так он через стену прошел и меня убил с одного удара. Он же отравленный. Он тарантул какой-нибудь там, небось. Или kill to z. Ты... Это же краб. Это же краб. Вы чё? Наркоманы, что ли? Хотя, кого я спрашиваю? Наркоманы, конечно же. Это же не похоже на паука, это же краб. Хотя в темноте я не вижу. Давай, дохни уже. Опыт, займи мой. Убью, убью, на, убью, заразу. Все, убил. Батька. Убью, заразу. Ты меня не убей там. Знаешь такую? Есть такая заповедь, не убей. У тебя 26 хп, да ты лох. А я боялся. Вообще. Что за люди идут? Думаю, сильные, хорошие соперники, можно посоревноваться, а нифига подобного. Вот, блин. Ладно, я думаю, нам нужно отсюда выбираться, или все-таки пойдем сейчас налево. О, тут я вижу рожу орка, да, что пойдем налево. Давно я с ними не встречался. Оп-оп! Видите, умеете так? А я да. Блин, копать это все сейчас.
Умерли. Так. Чтобы нам удалить. Думаю, голд у нас разделят. Блин. Но все равно у нас 50 монет хотя бы будет достаток. Ну, это мало. Вот, видите, как классно он сдох. Факелы мне дают зато. Халява. Мне нужен гель, который у меня и так дофига. 38 штук тратить для создания факелов. Кстати, вот, видите? Это ловушка. О, опять краб. Вот ловушка. Так. Ах, блин, все-таки напоролся. Я да. Вот всегда я ловушки вижу, но все равно напарываюсь на них. Как так можно? Дарт трап. Дарт вейд. Ух ты. Золото. Я сделал такую паузу, чтобы вы послушали музыку, которая так... Ту-ту-ту-ту. О, железку. Собираем и его железку, железку. Собираем и его железку, 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 железку. Так. Ух ты. Ну-ка, что там вправо? О, нет, я думал, ты Спирман. Нет, не повезло. А, ну там чувак на кнопку нажал. А я же ловушку убрал. Самоубийством хотел покончить жизнь, но не получилось. Думал такой, дай-ка я на нажимную плиту наступлю, такой сдохну, такой, ну, наступил, и нифига не произошло. И сразу вспомнил то, что я здесь хожу, и сломал ловушку, и он сразу на меня разозлился и пошел за мной. Видите, вот почему все орки злые. Этот орк был вожак. А почему слаймы на меня злые? А вот об этом надо подумать. Давай, копайся, копайся. Золото, давай, копайся. Ты мягкий металл. Золото, мягкий металл. Копайся, копайся, коп... Все-таки пришлось мне вот такую вот... штуку сделать. Почему это был камень? Захотелось. Привет, орк. Давай, убью. Раз хочешь. Можем позволить. 28 опыта всего пока что. Да вы так из-под тяжка нападайте. Коряво. Зато хп даете. А жирный слизень слишком жирный. Жирный. А, желтый. Желтый. Желтый слизень слишком жирный, поэтому не смог пролезть. А тот синенький вроде бы. Спокойненько так. Нужно, в общем, отсюда выбираться в любом случае. Ну, как это сделать, я не знаю. Нужно вверх идти. Но. Мне так хочется вниз. А, я думал, ты в меня стреляли. Почему-то. Опять краб. Почему-то я боюсь крабов. Они же такие слабые. Хотя, он меня тогда не атаковал. И вот мы на нижнем уровне. Исследование — это сила. Причем на нижнем уровне, в большом мире, это многого стоит. Это значит, что нужно много исследовать тут всего.
Так, не ходите за мной. А, все-таки это паук, но. Нет, краб, краб. Ты же краб. Да, все. Разлетелся еще как. Он, наверное, злится на меня из-за того, что я назвал его крабом. А так он не хотел причинять мне вреда. Ну что ж поделать. Раз краб, то краб. Блин, была бы у меня сейчас крюкошка, я бы выжил. Точнее, я бы не падал вниз. О, там опыт. Там 6 штук. Все-таки, знаете, как я покончу? Вот это исследование в шахте. Когда умру, потому что... Но выбираться вверх, это, знаете, как долго, знаете, как муторно. Причем еще дорогу фиг найдешь ведь. И нас встречают вот эти баты. Летучие мыши. Которые целых 8 опыта нам обеспечивают. Отлично. Я, кстати, ни одного золотого сундука еще не нашел. А моему другу так повезло, он создал мир. Пошел направо, увидел пещерку, залез в нее. И там сразу золотой сундук. Вообще везуха. Тупо зашел. Там он даже не спускался особо. Зашел, посмотрел там вниз, там золотой сундук, произошел, все. О, Спирман, здорово, Спирман. Спирман, не верь только. У тебя копья есть, но... У меня есть хороший топорик. У тебя всего лишь копья. Так, давайте сначала сходим вправо. Нет, тут много всего, но все равно идем вправо. Черный слизень, идем влево. Хотя он мне почти не помеха, но все равно идем влево. Получай гранаты по жопе. Видите, как он бьет? А я танк. У меня 4 сердечка было. Вы че мне не говорите-то? Нужно следить за своими хп. Я не привык еще играть в террарию. Золотой сундук. И то хорошо. О, шикарно. Вот эта штука зато есть теперь. И глазик есть. Уже скоро вызовем его. Так. Все складываем по-быстрому. Куда, что, где, что, блин. Досада. А, у нас были такие. Так, динамит давайте мне. Сюда быстрее давайте. Нет! Нет, пожалуйста! Все. Так, тут больше ничего вроде бы нету. Так, что надо, какой там баф? Плюс 1% к урону. То хорошо. Ну ладно, идем вниз. Мне кажется, или уже вторая ночь? Я столько снимаю. А, нет, это просто скелет. Но из него может выпасть крюк, который нам понадобится для создания крюка-кошки. Не выпал? Не выпал вроде бы. Эх. А я так надеялась. Но у нас места в инвентаре нет, нужно освободить его. Так, мы туда не залезем, давайте пока освобождать место. Думаю, сейчас я выпью Shine Potion. Да будет свет. Теперь... Блин, крут, нафиг. Нафиг, теперь все. Вроде бы есть. Так, мы сами светимся. О, это железо, да? А, нет, серебро. Серебро у нас тоже есть, так что место в инвентаре у нас будет. Так, нужно быстро водяной клапан. О, я умирать начну. Ой, умираю. Ой, не, умираю.
Ой, умираю, ой, умираю, ой, умираю, ой, умираю, ой, умираю. Фух, фух, дыши, дыши, парень. Дыши, 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 дыши. Тут уже есть водяной клапан. Так, освободили ему путь. Нет, зря это сделал. Тут есть водяной клапан. Мы хоть видим в темноте, блин, а то вообще плохо было бы. Тут на что? Тут на железо. Добудем его. Эх. Четыре минуты у нас еще этот баф будет, освещение, так что нужно поторопиться. Как-то здесь очень темно все, и жутко. Темно, и жутко, и водно, и мокро. Давай, давай. Ну-ка. Я могу два раза на тройной клик нажимать. И он сразу мне блок ломает. Тут серебро, нафиг тебя. Я лучше свалю отсюда. Подышать. И в путь. Давай, копай, 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 копай. Копай. Чувак, живи только. Не вздумай умирать. Нет. Нет, ты еще многого не сделал. Нет. Подумай о смысле жизни. Нет, нет, нет. Фух. Ты не умер. И это хорошо. Не дал мне то, что нужно. Пиранью дал. Нафига мне пиранья? Что с ней делать? Материал какой-то. Что творят разработчики? Пиранью использовать? Я лучше яйца попью. Потом спросим у гида, что делать с теми вещами, которые я надыбал. Ах. Блин, места вообще катастрофически не хватает. Не бей. Спирман? Опять ты? Спирман, скотина. Да отстань ты. Отстань, не пуляй. Копье бы еще дропал хотя бы. Блин, мне бы на сушу выбраться. Дыхания не хватает. Дышать надо. Копаем, 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 копаем вниз, 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 вниз. Может, что-нибудь встретим. Но, наверное, этим я и покончу. Свою жизнь. Тем, что умру здесь. А нужно дышать. Нужно дышать. 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 Нет, не умру. Так просто я не сдамся. Нет. Давай, дыши. Чувак, молодец. Живет еще. Как бабушка. Которая не хочет отдавать квартиру. А, сейчас мы здесь побудем чуть-чуть, освободим свой инвентарь от лишнего мусора. Так, это вот так вот на землю заменим. Вот так. Теперь нам нужно взять... Яблоки дебильные, нахрен они мне нужны? Что теперь, что теперь? Яйцо попьем. Так, попили. Теперь. Баф пропал. О, нет. Night Owl Potion. Вот так. Блин, вещей нет. А бафы кончаются. Ладно. Там не спирман ли? Опять спирман? Да вы достали. Спирманы, да спирманы.
Дышать, 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 дышать. А ты не стреляй. Какой-то у тебя рожденный талант. Ты знал это? Ты можешь пуляться копьями. О, там... Мне кажется, или мы нашли крипнобиом. Если это так, то это отлично. Если не так, то мы все равно пойдем направо. Так, давай мне золото. Да, я подышу чуть-чуть. И отправимся в путь направо. Тут немного копать, мы выживем. Мы еще живем. Ой, сколько здесь всего открывается нового. Так. Это кнопка. Но почему-то нет механизма. Хм. Это что? Айс, лед? Нифига. А его пить можно? Нет. А из него можно делать ледяные слитки? А ты кто? Варьер. Ты воин какой-то. Офигел. У тебя не меч. Не бейте, пожалуйста, не бейте. Не бейте. Так, 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 не бейте, не бейте. Все, ты умер. Все умерли. У меня уже здесь 151 из 200. Еще один уровень, может, повысим мы с вами. Придется мне сундуки еще разрушить. И что, мне факел? Нет, факелы не кончились. Так. Ой-ой-ой. Идем с вами направо. Будем направо и направо ходить. Так, я внизу видел, что там что-то мигало. Идем туда. Я к ворону буду ходить на всякие блестящие штучки.